Здравствуйте, мои дорогие гости и подписчики! Сегодня я хочу рассказать вам об одном из своих сыновей. Год назад, в конце весны, мой ребенок стал ходить в секцию бокса. Тренировка, которую вам сейчас посчастливилось увидеть, прошла несколько месяцев назад, 26 декабря 2022 года. Это была финальная тренировка, завершающая трудовой боксерский учебный год. И нас, родителей, пригласили на день открытых дверей. Как это смешно со стороны выглядит. Но прикольно. Какие классные упражнения на координацию. Сразу не сообразишь, как делать. Сначала идет разминка, потом будут спарринги. Даже девочка занимается. У младшего на футболе 3 девочки. Илюха! Прикольная тренировка, я бы сама походила. Я вот стою, смотрю и понимаю, что мне тоже хочется. Столько разных интересных упражнений. Я бы сама с удовольствием пошла к нашему тренеру тренироваться. Thank you.
попал пальцем в глаз. Димке, мальчик. Сложное упражнение, многокомпонентное. Уклон, отскок, зацеп. Обучает ребят тренер, мастер спорта Семенов Владимир Николаевич. А помогает ему его отец Семенов Николай Владимирович, который вырастил достойную смену молодых боксеров, мастеров спорта, в том числе заслуженного мастера спорта Архипова Сергея Валерьевича, именитого севастопольского спортсмена, семикратного чемпиона мира по муай-тай, двукратного чемпиона Европы и победителя Кубка Европы по тайландскому боксу. На данный момент также ведущего активную тренерскую деятельность. Общее время тренировки 2 часа. Тренировка закончилась. Рано я обрадовалась. Они пошли на груши. А это видео через некоторое время мне прислал уже сам тренер. Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен «Мама на даче». Ссылка в описании к видео. Там я публикую обзоры экопродукции, видеоистории из личной жизни, пишу статьи на разные философские, эзотерические, мотивационные и психологические темы. Также о красоте и о здоровье. Присоединяйтесь, смотрите, читайте, комментируйте. До скорой встречи!